Ребят, всем привет, это канал Парабола. Сегодня вовсе будем заделывать, это уже четвертая часть постройки моей вышки. И давайте приступим. Сегодня мы будем делать, уже закреплять вон те все балки, потом еще закреплять более сильнее, усиливать уже вон те балки, которые вот так вот стоят. Мы сейчас еще поперечные возьмем. Я купил 200-х гвоздей. Мы их уже туда приделаем, чтобы было очень крепко. И в принципе, в общем, пол нам сегодня нужно полностью сделать. Поставить лестницу сюда уже, вбить ее сюда, приколотить к этой, к той. В общем, все крепко надо это все сделать. И может там одну, две там каких-то поперечные, может даже три. Сделать поперечный в том плане, чтобы вот можно было вот так вот облокотиться, вот так вот сделать, и все, чтобы было охуенно. Еще все болею, не могу справиться с болезнью, блять, это ебучей, заебало меня уже. То погода, ну сейчас вроде более-менее сейчас, я так-то пытаюсь просто идти в солнце, потому что солнце, блять, это красота просто. У нас сейчас идут дожди, из-за этого я даже не могу выбраться из-за дождей сюда. В общем, давайте сейчас приступим, сразу все будем делать, я вам буду все показывать, вы смотреть и кайфовать. Как же, блядь, страшно, пиздец. Зато тут охуенно. А, шатается, пиздец, как. Так, в общем, нам надо вот эту закрепить под низом. Сейчас нам надо вот эти убрать. Закрепить, в общем-то, вот эту вот сюда. И с другой стороны также. Сейчас мы ее немножко зачистим. Ой, уже вылез. Фу. Одна готова. Вот аж вылез гвоздь. Пошел снег. Вот. Все видите? Пиздец. Первый снег. Пока что. У нас не было. Хуёво.
Короче, ребят, это пиздец в рот, блядь, ебать. Нахуй больше вышки не буду строить, ебучие. Это какой-то пиздец, ребят. Я уже так заебался. Это пизда. Короче, я не знаю, я, наверное, блядь, ее как будто хочу, блядь, не достраивать, нахуй. Короче, ребят, сегодня сейчас вот я сейчас пол, короче, проколочу. И, наверное, нахуй я брошу все нахуй. Потому что это пизда, это вообще пиздец. Короче, я хочу сделать на земле лучше. Лучше, блядь, какие-нибудь шалаши, блядь, делать, что-нибудь такое, чем, блядь, вот на высотке. Это пизда. Я, короче, просто тут высота большая, что-нибудь да упадет. Надо лазить сюда, это пиздец. Короче, похуй мне уже. Все, будет как будет. Сейчас я, короче, вот расставлю вот эти все бревна. Приколочу их тоже. Все, мне вообще поебать. Я даже домик тут построил, который у меня первое видео вот эти все. Я домик и то строил спокойнее, лучше. Прям как-то под кайф. А тут, блядь, что-то как-то не знаю, мне не очень нравится уже. Хочу сделать землянку, ребят. Вот будем делать землянку, наверное. Чем, блядь, всей этой хуйней страдать. Все, ребят, короче, пол сделал. Сейчас, короче, схожу за молотком, приколотим, в общем, все вот эти доски. И, короче, я, наверное, все нахуй заканчиваю. Это пиздец, ребят. В принципе, вышка-то почти готова уже, кроме потолка у меня. Ну, блядь, это еще и потолок делать, это, ребят, у меня нервов уже не хватит. Да меня уже заебало сюда кататься. Ну, блядь, просто неинтересно, нахуй. Что-то стало, блядь. Я хуй знает почему. Я говорю, вот, я домик когда строил, намного лучше было. Я его, блядь, его почти построил. Но я еще не достроил, конечно. Тоже потому, что прям очень сильно устал. И уже не хотелось даже делать пока что. Но он очень большой, потому что там очень много надо досок. Были бы доски, тогда бы я бы еще, может, что-то сделал. А так это надо еще доски искать будет, то, ребята, это очень трудно, в общем. В общем, будем делать сейчас землянку, наверное, будем землянку делать, копать. Я не знаю, может, тоже трудно будет, но надеюсь, нет. Буду думать, что нет. Ну, я понимаю, тоже как бы ебать, сколько надо ебаться с этим. Но все же, может, как-то мне полегче будет на земле. Увидим. Ребят, короче, такая хуйня у меня получилась. И я спилил, приколотил, сделал такой, ну, блядь, неровный даже квадрат получился. Короче, честно сказать, заебался я с этой вышкой. И будем делать мы с будой, ну, то есть землянку. Не знаю когда, но скоро будем делать, потому что, блядь, уже скоро замерзнет. Надо побыстрее уже копать землю. Вот, а нам обязательно быстрее землю копать, вот. Так что, в общем, с вышкой все. Не хочу я больше делать. Возможно, может, на следующий год я возьму ее и дострою. Ну, а так я уже заебался. Ну, хотя, вот, смотрите, как она катается просто. Вот. Я ее качаю. Вот он. Качается, пиздец как, короче. Смотрите, вид красивый. Солнышко сейчас вышло. Красота. Все красиво. Сейчас, короче, поедем домой. И насчет вышек, это последняя часть, которую я делал ее пока что. Может, буду доделывать. Вот даже если вот так посмотреть, у меня она кривая, блядь. Ну, может, по камере не видно, но она правда кривая. В общем, это канал Парабола. Подписывайтесь на канал, потому что будет очень круто дальше. Будет все заброшечки всякие, тем более землянка будет. Много путешествий, вот этих заброшек, как я уже повторился. В общем, будет очень круто. Ставьте лайки под этим видео, просто за старание, за то, что я прихожу, делаю и вот это все. Ну, это просто как... Закрыл глаза, блядь. Пиздец, чуть упал.
Вот. Это чисто для меня мотивация такая, что воу, другим людям нравится, что я делаю, и я такой вау, заряжаюсь этим. И иду дальше еще лучше снимать, делать крутой контент, в общем. Ребят, еще пишите в комментариях, конечно же, обязательно. Любой комментарий, как я уже говорил, пишите. Хороший, плохой, что добавить, прибавить, я все читаю. В общем, с вами был Даня. Всех обнял. Пока.